Здравствуйте, дорогие участники конкурса Golden Time Talent. Хочу всех поздравить с успешным завершением очередного сезона. Множество талантливых выступлений во всех номинациях. Особенно много талантливых и уникальных выступлений в категории Contemporary Choreography, современной хореографии. По традиции назову имена участников, которые мне наиболее понравились. Classical Choreography, классическая хореография. Бажена Юрчук, Завгородная Алина, София Бреус, Марина Давыдова, Мария Макашова, Камила Султангареева, София Хальда, Виктория Спицына, Ирина Нуждова. Номинация «Танцы народов мира». Виктория Молчакова. Номинация «Акробатический танец». Билла Карнеги Росина, Юная Граци. Экспериментальный танец. Полина Машинец. Современная хореография. Contemporary Choreography. Мадина Гиляева. Коллектив Брависсимо. Полина Машинец. Елизавета Тупикина. Арина Безуглая. Симона Мамаева, Елизавета Фетискина, Катерина Бублей, Анастасия Пишна, Диана Костев, Камила Султангареева. Полина Маркина, Эвелина Красильникова, Серафима Небелица, Екатерина Ткачук. Групповое выступление: Эвелина Красильникова, Елизавета Тупикина, Полина Маркина, Анна Гурева, Ева Соколова. В номинации Stage Dance группа Аристос. В номинации Variety Choreography Надежда Шатюхина, Анжелика Дмитриева, Вероника Безусова, Варвара Лушина. Ансамбль современного танца «Вавилон», шоу-балет «Рандеву», Dance Studio Flash and Rhythms и участники этого номера: Симона Мамаева, Надежда Лебедева, Элина Булка, Билкова Полина, Нестеренко Екатерина, Измайлова Амина. Студия «Арабеск». Спортс хореографии. Зарова Анна, Даша Малышева, Вероника Безусова и Зарова Анна, Арина Безуглая, Варвара Лушина. Фолк-хореографии. Ансамбль «Калинка», Даниэль Шмидтке, Екатерина Молоткова. Группа «Асидора». Ансамбль «Запорожье Чармс», «Запорожские обереги». Дэнс-класс «Родничок» в категории «Степ» Екатерина Молоткова. В категории «Театр» Театр «Перфекта» Инкилаба. Актинг Арсений Русановский. Шадоплей Театр «Лица во времени». Спасибо за участие в конкурсе и надеюсь увидеть ваши дальнейшие выступления. Творческих успехов!